никогда не нападает. Всегда встает в предупредительную стойку. Вот такую. Раскрывает свой капюшон и начинает шипеть, как кошка. Такой стойки у меня может быть здесь 3-4 часа. Чем дольше она стоит, тем больше у нее вырабатывается ген. Обратите внимание на капюшон. На нем белое колечко. Это отличительная черта от индийской лодки на двух очков. В Таиланде существует красивая легенда, что в то время, когда муж репетировал на земле, данная змея защитила его от палящего солнца, тем самым спасла его жизнь. И в знак благодарности он прикоснулся к ней своим пальцем, оставив отпечаток в виде одного колечка. Все никогда на ключевой. Наградился самыми полезными и вседневными свойствами. Эта змея на 15-20 лет никогда ничем не болеет. Сейчас нашел мальчик. Возможно, он вырабатывается рефлекторно, как сунал человека, то есть постоянно. Такими не удаляет змея и поживет и больше. Берем чистую ложку, нажимаем на верхний клык, за ними ядоводящий канал. И видим либо капельку, либо струйку яда. Видно вам? Ага. Вот такой одной капли яда можно как убить человека, так и вылечить. Именно этот яд добавляют знаменитые тайские бальзамы для подготовительного аппарата. И у вас будет